Привет всем, салют, друзья, алоха, криптовалютчики. Как обещал, сегодня мы рассмотрим с вами дорожную карту стартапа Криптонити, о котором я уже рассказывал. Безусловно, рекомендую вам почитать в white paper, что, как и почему. А я вам в двух словах поведаю, что же они планируют. Значит, что было, во-первых, уже сделано, что планируется дальше. В январе команда собралась и решила, что все, будем делать биржу. Провели юридические консультации и организовали французский филиал свой, ну и начали заниматься разработкой Криптонити, обменной платформы и мобильных приложений. Что было летом? Летом закончили white papers, сделали сайт, на котором мы, собственно, с вами и находимся, сайт продажи токенов. Октябрь у нас релиз бета-версии с уже активной торговлей, пока мы его не видим. А торговые пары будут анонсированы при запуске. Дальше. Ноябрь-декабрь. Стадия ICO, то, о чем мы говорили, а также Криптонити будет доступна в мобильной версии на iOS и на Android. Уже реализовано. Будут торги реализованы. Дальше смотрим, что у нас впереди. Криптонити токен дистрибьюшн произойдет 15 января, то есть через 2 недели после окончания токен сейла. И Криптонити официально на своей бирже запустит свой же токен XNY как торговую пару. Второй квартал сулит нам много нового. Начало программы Герои и системы листинга монета месяца, оптимизация инфраструктуры и набор технических команд по всему миру для постоянного обновления платформы, переговоры с организациями для получения лицензии крипто, фиат, крипто, в частности Франция, Мальта и Филиппины. В третьем квартале оценка, интеграция вознаграждений, ставка для пользователей. Оценка интеграции функций мастерноды для пользователей, оценка интеграции функций вброс, поддержка вилок, функций безопасности и многое-многое другое, внедрение торговых конкурсов, партнерство для проверок безопасности, а также разделов запрос функций и запрос монет. Четвертый квартал следующего года, открытие офисов в азиатском регионе, разработка собственного блокчейна и децентрализованной платформы, будет запущен конкурс для разработчиков. Произойдет оценка интеграции инструментов стратегии анализа, таких как портфолио-трекеры и многие-многие другие. В первом квартале 2020 года будут расширены услуги экосистемы, как и для децентрализованных и централизованных приложений вокруг всевозможных криптоторговых операций, торговли, чата, VPN, фиат и многих других направлений. Начнется интеграция круглосуточной службы поддержки в реальном времени. Будет также доступна помощь по телефону. Соответственно, то, что будет разработано далее и придумано, будет афишироваться, конечно же. Команда не спит, во главе стоят очень интересные ребята. Вы можете почитать на LinkedIn, кто такие: Джао Сео, Мурат Реджа, Ван Билин Гуэн, Джин Кли и Дэниел Мартинс. Это люди, которые в первую очередь ответственны за стартап, а также инвесторы и советники. Вайбхав от Халакха, Кшисти от Лакха, Бинот Нирван, Таис Таргиньо, Навин Кафур, Кеннет Мбе и многие другие. Вопрос-ответ обязательно у них на сайте читайте. А на этом я с вами прощаюсь. Это все, что я хотел рассказать вам о стартапе под названием Криптонити, Крипто Комьюнити Эксчейндж. До новых встреч, друзья!